Рубену Варданяну продлили меру пресечения. Решением Сабаильского районного суда города Баку арест так называемого госминистра квазиобразования в Карабахе Рубена Карленовича Варданяна продлен еще на 4 месяца. Российский миллиардер, отказавшийся от гражданства Российской Федерации, принявший гражданство Армении, незаконно прибывший в Азербайджан и возглавивший сепаратистский режим в Карабахе, Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года на погранично-пропускном пункте Лачин при попытке выехать в Армению. Задержанный привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по 3 статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в том числе финансирование терроризма. Следствием было установлено, что Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек госграницу Азербайджана за пределами контрольно-пропускных пунктов с целью совершить террористические действия и провокации. Варданян въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, где участвовал в формировании и деятельности незаконных вооруженных группировок. Он также участвовал в снабжении незаконных вооруженных формирований оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой, которые в дальнейшем использовались ими для организации различных преступлений против различных структур и отдельных лиц, повлекших за собой гибель людей и другие тяжкие последствия.